Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор на героя, которого мы прокачаем на 12-12 первым. И также мы его потом в конце сольем. Это будет Дракос, один из героев, скажем так, давних, который не используется и не имеет применения в основном. Ну, иногда его используют там в Колизее. Некоторые, конечно, его качают, но от него толку никакого нет. Такие вот у него статы, то есть статы средненькие довольно. Основное, что в нем есть, он наносит урон всем врагам вокруг в течение 5 секунд и уменьшает эффективность лечения. Этот первый скилл, я считаю, на 20%. Также наносит урон, равный 70% атаки каждому вражескому герою с наименьшим здоровьем. Имеет смертельный удар, то есть у него встроенная СУшка 8 уровня. Кулдаун 7 секунд. И кулдаун большой, и жизни мало, и атаки не особо. И, в общем, ничего в нем такого имбического нету. Поэтому я давно на него не делал, как бы, обзор. У меня его не было, но мне пришлось качать из-за новой локации с 12 скиллами. У него стоит, я его когда-то прокачал, ослеплялка, сделал агментацию. Созвездиями он вот так вот собран, то есть я над ним даже не парился, просто прокачал и слил в свое время. Сегодня мне опять пришлось его прокачать. И сейчас мы с вами пойдем его тестировать. Так, вот он у нас находится вот здесь. Давайте поднимем ему сразу умение на максималку, что можно. Это сейчас уже у нас не проблема. Так, вот 10-10, смотрим, что у него изменилось. 660% от атаки всем врагам вокруг, уменьшает эффективность лечения на 65%. Также наносит урон, равный 450 вражескому герою с наименьшим здоровьем. Ну и плюс этот как дополнительный удар и смертельный удар 8 уровня так и остался, ничего там не меняется. Так, ну вот он 10-10. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас уже очков в судьбе есть. 41 тысяча, то есть мне уже хватает, чтобы героев качать на 12. Окей, поехали. Посмотрим на него в действии. Ну, вот смотрите, одна тычка, две, три, и он уже у нас практически дохлый. Талантик я ему не ставил, смысла как бы особого не вижу. Я сейчас буду таланты искать новые. Так, давайте поставим ему ангела. Ангел. Так, в кубок поставим его. Так, рунами поставим ему. Давайте ремочку сразу. Сегодня у нас дополнительно мы получили 5 психощитов 5 уровня. Интересно, когда-то можно будет психощит улучшить. Интересно было бы посмотреть, что он будет давать на максималке. Так, поехали, сейчас его посмотрим. То есть особо там применения этому герою нет. Как видите, энергию забирают. Сейчас мы попробуем найти. Так, смотрим. Вот срабатывает топорик, 68 тысяч. Но скажите, это разве урон для такого героя на второй эволюции? Вот так он бьет по зоне, ну, как видите. По зоне он вроде неплохо так и критует, и все остальное, но дальше сейчас его просто тут раз-два и все. И на этом все закончилось. Забор единственное, какой вариант вижу, это забор ломать им. Ну, он летающий на драконе, как бы. Многие типа, вот это еще один герой с драконом. Ну, такое себе, честно говоря, очень-очень-очень он умелый. Жизни мало. То есть это один из старых героев, которому даже 12-12. Есть просто герои, которым 12-12. Полностью поменяли героя, и у них началась востребованность. Та же самая Медуза, та же самая Леди Лео. Вот его застанили. Вот так вот он урон наносит по зоне. Я бы сказал, урон не очень большой, видите, он 20-30 тысяч бьет всего лишь. Единственное, что вот это смертельный удар в нем, он сработал, 132 тысячи обычным нанесли. Ну и все, дальше он просто у вас будет бесполезным.
где его применять на начальных левелах, возможно, он вам там будет полезен. Дальше, честно говоря, от него никакого толку просто нет. Единственное, вот это то, что начальный левел, у вас он массовый дамагер, возможно, где-то там в каких-то локациях против таких же, как вы, по силе, он поможет в топе. При такой вот прокачке от него толку ноль на любой локации, поэтому даже если вы решитесь его прокачать, просто задумайтесь над теми ресурсами, которые вы на него потратите, потому что оно действительно того не стоит. Видите, он даже здесь, в подземке, ну, не особо полезен. Давайте сейчас ему прокачаем быстренько судьбу на 12-12. Посмотрим, какие там будут у нас изменения. Сейчас мы по Берику поищем. Попал с золотишком. Очень много, правда, с юнитами стоит. То есть от него как бы пользы я вообще никакой на аккаунте не вижу. Единственное, это ради прокачки силы. Вот для чего я его, в принципе, и качнул. Чтобы можно было пооткрывать скиллы Огнекрылу и всем остальным. Не будем тратить самики, это очень-очень дорого. Не могу себе этого позволить. Да, сегодня у нас будет день видосов. Так, секундочку, ребят. Делаем топ-контент сразу в первый же день обновы, чтобы все увидели. Так, поехали. Сейчас качнем ему 11-й. Изменений у него никаких в скилле нету, то есть, по сути, да, и Минотавр даже не ударил. Вы просто улучшите его базовые там параметры, добавите немножко себе в силе. Вот у меня уже 486 силы, ну и не более. Это единственный вариант, это топом, кто хочет быстро поднять силы, вот это его качать придется, как и мне. Ради других героев, а так, ну, просто бесполезный. Так, еще немножко и идем дальше трешивать. То есть забор, даже тот же самый забор, вот посмотрите, он не особо его там сильно ломает. Автопрокеры его сольют быстрее, чем он там сломает тот забор. Так. Туда зашел. Интересно, какие следующие будут у нас герои. Так, что там еще раз? Ладно, давайте так, за золото. Карточка. Улучшить. Сейчас мы тут так по Берику поулучшаем. Чтобы на него уже посмотреть. Так, вот дошли почти до последней. Смотрим на него. Ну, вот такие у него статы, как видите. 300 тысяч разом с бонусами. Это не особо много. Так, смотрим изменения. 690... 70% уменьшает отхил, фигня по сути, 480 вражескому герою, окей. Если, конечно, ему поставить бог войны, сейчас я гляну, что там у меня с богом войны делается. В принципе, этот талант уже бесполезный. О, есть. Поехали. Вот у нас бог войны, сейчас мы сразу я вам покажу на максималке, что он может сделать. Так, где вот он у нас... Поменять, заменить. Сейчас он будет, конечно, дамажить получше. Но опять же, это не максимальная прокачка для него. Ну, чтобы вы просто понимали. Так, вот есть. Он там по ком-то ударил, а он по Фрейе ударил. Так, смотрим.
Ну, 260 тысяч по ворожаю уже поприятнее, интереснее. Но опять же, это его 140 тысяч. Ну, сейчас он уже получше, конечно, дамажить будет. Это 11 скилл. Давайте сейчас чей-то забор. А вот как раз нормальный забор проверим. Ну, вот сейчас уже забор можно ломать. Но надо еще выстоять 5 секунд. Так он, а не одну сломал. Ну, то есть такой вот герой, не знаю, ничего особенного в нем, честно говоря, нет. Так, окей. Давайте докачаем ему уже 12-й. Чтобы он был у нас уже точно на максималке. Есть 12-й. Поехали, протестируем его еще. Ну, стрелку половину жизни снес. А, не, я слил. Ничего себе, даже слил там кого-то. Двести с чем-то тысяч. Ну, не знаю, честно скажу, я не вообще ни в каком аху от этого героя. Нахрен он мне нужен, ребят. Херню бьет. Вот забор ломать. Опять же, зачем на него сливать вам кучу ресурсов, если вы его использовать просто не будете. Есть куча других героев. Просто стрелок ушатал с плюшки. Короче, такое себе. Даже при такой прокачке, ну, кого-то там кританул. Ну, такой вот вариант. Если бы он еще станил там хотя бы, было бы, думаю, интересно. А так, смотрите, сейчас его... Раз, два, я просто нет, тыковку слил. Вот такой вот, ребят, обзорчик был. Такой вот герой у нас. 12-12, все круто. Но есть реально герои поинтереснее. Тот же самый Рибит, который, в принципе, я думаю, будет намного полезнее, чем этот. Ну, надо качать, ничего не поделаешь, поэтому решил сразу вам сделать обзор. А вы уже пишите комменты, может кто-то где-то его использует. Я не открыл в нем каких-то особенностей, но я как бы героя уже всех давно перепробовал с разными талантами. Просто советую вам не качать эту хрень. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите следующих прокачек на 12. Всем пока.